Друзья, у нас остается пара минут до окончания перерыва в турнире Warm Up Sochi Poker Festival. Только что все еще по-прежнему лопнул бабл. И вот рядом со мной участник турнира Петр. Привет. Привет. Расскажи немного о себе, откуда ты и про покер в твоей жизни. Ой, я с Москвы, временно не работаю, ну и любитель. Так играю чуть-чуть. Мы тебя никогда еще здесь не видели. Не, в Сочи первый раз. Класс! И как ты так решил вдруг поехать? Вообще, как ты узнал про серию? Ну, очень много знакомых, которые сюда постоянно ездят, ну, рассказывают здесь, что здесь круто, здесь действительно, да, очень круто. Ну, вот и приехал. Что тебе здесь нравится? Ой, все вообще, выходишь с казино, горы. Этого достаточно, мне кажется, прекрасные виды. Клево. Знаете, кстати, вот мы уже здесь 2 года дислоцируемся, и уже, знаете, так притупились эмоции, наконец-то встретить человека, который впервые приехал в Сочи, это круто, да, мы первое время прям здесь постоянно в эйфории была. Покер. Значит, вы сейчас, это ваш основной вид деятельности, правильно? Нет. Я вот недавно так бросил работу, сейчас вот чем вы занимались? Логистики работы. А определяетесь, куда хотите податься? Ой, не знаю. Хочу отдохнуть пару месяцев, а там уже решу. Да. Это крутое место для перезагрузки. Я знаю, что у вас закончился перерыв, поэтому последние 30 секунд. Футбол смотрите? Конечно. За кого болеете? За Бельгию. Не, ну Россию не берем, конечно же. Ну что, это глупо говорить, что, ну, как бы, конечно, болею за Россию в первую очередь. Но сегодня за Бельгию. А завтра? А завтра за Россию, конечно. Как думаете, какой будет счет? Россия, Словакия? Ой, Хорватия, боже мой. Вы знаете, что 1,4 миллиарда, по-моему, Россия простила долг Хорватии. Как думаете, какой счет будет? Ну, такая есть информация. То есть вы думаете, что все куплено, да? Я думаю, что мы в финале. Хорошо, а в финале кто с кем встретится? С Францией. И? Франция, Россия, конечно. Ну, и кто выиграет? Не знаю. Ну, подождите, нормально. То есть вы думаете, что победа не то, ну, уже все предсказано, да, уже все просчитано, даже счет есть определенный? Нет, конечно. Нет. То есть вы не верите, что мы испанцев сделали? Кстати, газ дешевле в 4 раза для Испании стал. В курсе? Нет, не в курсе. Теперь в курсе. Ладно, спасибо, бегите. Да, спасибо. Я не верю во все это, я не верю. Я за Кенфеева, за Дзюбу. Больше не знаю других фамилий.